28 октября состоялось очередное заседание районной думы с участием главы района Анатолия Курицына. Один из главных вопросов повестки дня – избрание председателя думы. Им стал Александр Куприн, ранее работавший заместителем главы района, начальником управления жилищно-коммунального комплекса и строительства администрации района, а затем главным инженером в агрофирме «Княжево». Как вы знаете, Думу Курицынского муниципального района 6 и 7 созывов возглавлял Михаил Анатольевич Куронов. Его полномочия прекратились со дня начала работы муниципального совета Головинского сельского поселения 5 созыва 20 октября 2021 года. На первом заседании муниципального совета Головинского сельского поселения 5 созыва в Думу района из числа депутатов были делегированы Манвел Данилян и Александр Куприн. На пост председателя районной думы выдвигались обе кандидатуры. Победитель определился в результате тайного голосования. Александр Куприн избран председателем Думы района на срок полномочий депутата муниципального совета Головинского сельского поселения, который составляет 5 лет, то есть до октября 2026 года. Александр Евгеньевич, разрешите мне всех присутствующих себя лично поздравить вас с высоким избранием. Я хочу сказать, что с сегодняшнего дня на вас лежит ответственность очень большая. Мы должны работать в одной команде во благо жителей Курицынского муниципального района. Вам успехов и всего самого хорошего. Здоровья. Уважаемые депутаты, я благодарю за поддержку, за понимание, за доверие, оказанное моей кандидатуре. Со своей стороны я готов приложить все знания, все усилия в деятельности Думы района. Рассчитываю работать командой, рассчитываю работать на результат, максимально добиваться эффективной работы Думы района. Надеюсь, не подведу. Спасибо. Заседание Думы продолжилось под руководством нового председателя. Депутаты утвердили изменения в бюджете района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Изменения, внесенные в ранее принятые решения районной думы, а также прогнозный план приватизации муниципального имущества Угличского района на 2022 год.